Я вам должен прямо сказать, что с моей точки зрения, а вы, наверное, встретите здесь, за этим столом, и другие точки зрения, я вам поэтому передам свою. С моей точки зрения, одинаково виноваты и патриарх Никон, и протопоп Аввакум. Патриарх Никон тем, что он возложил на народ бремя неудобоносимое. Надо же понимать, что для человека, мало знающего, мало понимающего, форма имеет очень большое значение. И дуги гнут с терпением, а не вдруг. Аввакум согрешил в другом, что он из-за этих внешних вещей, которые по существу не имели никакого значения для спасения, из-за них отпал от церкви и увел с нее. Нельзя раскалываться из-за таких пустых вещей. Церковь же осталась церковью. И мы видим, какие сонмы святых в ней появлялись и так далее. Нельзя же так делать. Вот, ошибка с двух сторон –